я эти деньги, соответственно, оплатил, потому что люди мне постоянно выслали как претензии. Мы доплатили опять в июле или в июне. Вот я назвал платеж, она мне сказала. Очень хорошо. У вас на зале администрации плохо работает. Они тоже несут за вас ответственность. Хорошо. Должники Одинцовского округа отчитываются перед межведомственной комиссией по задолженности в консолидированный бюджет региона. Несмотря на то, что суммы озвучены немаленькие, конфликтных ситуаций не возникает. Приглашенные на заседание от своих обязанностей по уплате не отказываются, а чиновники всячески стремятся помочь в разрешении создавшихся ситуаций, привлекая контролирующие органы к решению текущих вопросов. Направлено информационное письмо на имя руководителя по адресу, указанному в документах, эта организация не существует. Значит, обратились мы в ТСЖ, управляющий домом, в котором указан адрес. Значит, от руководителя данного ТСЖ есть ответ о том, что данного адреса не существует и данной организации на территории нет. Из 26 приглашенных на заседание комиссии явилось трое. 9 уже на этапе подготовки полностью или частично погасили имеющуюся задолженность в размере более 10 миллионов рублей, что составило 6% от общей суммы долга перед бюджетом. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».